Метеорологи рассчитали скорость ветра во время урагана в металлургическом районе. Она составила 30 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта, скорость ветра была с 28 до 32 метров в секунду. Причем такие порывы классифицируются как жесткий шторм. Вообще дождем! Смотри, снег пошел. Вообще дождем такая! В металлургическом районе шквалистый ветер вырывал с корнем деревья и обрывал провода. Шифер летал по всей округе. Вот так в одну секунду без крыши остался лабораторный корпус медакадемии. Ветром повалило 260 деревьев. Более 600 домов остались без электричества. Пострадала кровля 21 многоквартирного дома. Разбиты 12 автомобилей. Апокалипсис просто какой-то. Дороги нет. В результате удара стихии пострадали два человека. Один из них был госпитализирован.